Добрый вечер, дорогие друзья, всех приветствую на канале, всех рад видеть, и как обычно у меня самое прекрасное выражение лица на вебке. Всем здрасте, всем добрый вечер. Так, приветствую NetZombie. Что нового NetZombie? Да все по-старому, как обычно, в общем-то, начинаем. Видно, да, по моему выражению лица, что все как есть, все по-старому, все как по-обычному. Начинаем мы проходить игру No More in the Hell. Ну как начинаем? Мы-то ее проходили уже один раз на стриме. Это был пилотный стрим. Я что-то вдруг сегодня пробился желанием сделать стрим по ней. Все-таки игра не такая длинная, она там на один стрим. Да и как бы она просто как развлекаловка, скорее всего. Какой добрый вечер, у тебя 2 часа дня. Ах, да, точно, сейчас же день. Я уже просто по привычке говорю, этот какой вечер, ну понимаете, да, профпривычка. Так что, такие пироги, ребятки, ну, тем не менее, вас всех приветствую. Сегодня у нас будет такая вот игруха, и у нас сегодня будет в гостях... Да нет, пока не в отпуске, какой там отпуск. Пока просто выдалось времечко, как говорится, свободное, поэтому... А так, в принципе, что еще сказать? Сегодня у нас в гостях будет Джипом, он будет у нас вроде, так сказать, компаньоном моим по этой игре. И мы будем сегодня проходить игру... В общем, вы поняли, да, какую? Сейчас у нас голосовой, сейчас мы дозвонимся. Так, подключаемся. Ага, вот и Джипом. Привет, Джипом. Привет. Так, ну что, Джипом, готов сегодня флексить как никогда? Конечно. Все, этим все сказано, ребята. Сейчас будем флексить как никогда. Так, ну пока запускаем тогда игрушку. Как у тебя, ну, зомби, делишки? Жизнь... Да, нормально. Что-то у тебя микрофон как-то странно звучит. Микрофон? Ну, это, наверное, скорее всего, я просто не на ноутбуке. Уже отвыкли, скорее я всего. Понял. Ну да, наверное. Ну, в принципе, нормально слышно. Да, так, в принципе, норм. А, вот, Дарк пришел. Привет, Дарк. Доброго Привет. Вечера. Так, ну поехали тогда. Запускаем игруху. Здесь у меня вебка не отвалится опять во время игры. Ну, она у тебя, а то отваливается с эпичными кадрами. Да, она любит отваливаться с эпичными кадрами. Так, особенно начало стрима, там вообще такой кадр был, что вообще. Мемы просто записываю его. Так, запускаем игру. Играть. Я, честно говоря, уже давно не играл в Умхэл. И... Я даже управление не помню. Я вообще, ну, я не знаю, я вроде ничего не забыл. Единственное, что, не знаю, как он будет со стримом, но я там вроде кое-что понизил, посмотрим. Еще, ребят, говорите, как там на стриме, видно, все хорошо будет, потому что я не знаю, как игра себя поведет. Да нормально она себя поведет. Ну, если нормально, то нам думать нечем, как говорится. Печалиться нечем и волноваться тоже. Как же, помочка, у тебя там? Что делал? Нормально, жарко, блин. Жарко у вас? Да. Блин, у нас холодрыга была, но... У нас жарко и ветер. Ну, у нас также было сначала холодно, потом уже и ветер поднялся. Сейчас вроде потеплело. Видно, черный экран, он стримится без задержек. Черный экран. Ну, главное, что без задержек. Ах, да, я же забыл. Надо же захват сделать игры, ёпта. Я же совсем забыл. Захват игры. Сейчас все сделаем. Так, давим. Вот. Это мы сделали. Так, захват отдельного экрана. Так, вот. Вроде сейчас... Ну, как обычно, оно захват не сделает. Ладно, мы сделаем по-другому. Да, в Белоруссию переезжать надо. Там и картошки много. Картошки там очень много. И если что, накормят вас там картошкой, чипсами. Захват окна. Мне друг рассказывал, он жил там. Там... Он рассказал, что даже пирожная картошка вот у нас есть, а у них этого пирожного картошки куча видов разных. Да, чё себе. Да. Кто бы мог подумать, что она такая большая. А этот как его... Коллекция картошки, вот. Что я хотел сказать. Так, сейчас мы его трансформировать. Рассунуть на весь экран. Или подогнать раз на весь экран. Подогнать по размеру экрана. Так. У нас 32 в тени.
Духота пипец, конечно. Ну, у нас где-то, ну, не 32, наверное, 28 где-то. Ну, это так душновато. Пора приезжать в Беларусь. Да, я согласен, однозначно. Так, давайте там сервер, наверное, создадим, получается, так? Ну да, создавай, я не знаю, как это что делать. Так, ну по идее тут легко. Для начала какую карту мы выделим? Да хрен его знает, какую-нибудь. Так, ну давайте, наверное, Not Out There, или как она там называлась, этот дом, который был. Not Out There называлась? Я честно, я не знаю, как она называлась. Я вообще тут не шарю, я в No More не много играл. Ясно, запомните. Какие кадры мне... Давали, я на тех играл. Okay. Я играл с Лерой и с Анимушей на карте Диабло, что ли. По подвалам бегал по каким-то. Так, ну давайте выберем тогда МТУД. Сейчас, где она тут была? МТУД. А, я понял, о какой карте ты говоришь. С домом, с этим и да. С амбаром. Это из фильма «Ночь живых мертвецов». Грозы сейчас начнутся, роутеры вылетать, будут телефоны падать в пост-мод, а коллега с Тюмени свалил в отпуск. Все плохо, что сказать. Так, максимальное количество игроков. Мы сделаем 4, если нам кто-то еще захочет присоединиться. Так, пароль 15. Сложность классическая, время на уровне важное, огонь по своим отключен, реализм, желание, короче, просто для фана. Так, создаю тогда сервер. Да-да, давай. Обожаешь грозы. Нам, кстати, Дарк, ну, год назад, наверное, летом тоже, как шандарахнуло в комнату сзади меня молния в 10 часов вечера. Ошибись. Да. Жалко, я не стримил тогда, блин, как назло. Я смотрел сериал с мамой, и, блин, как назло не стримил. Ребят, это было бы, наверное... Я представляю, если бы тебя на стриме ушатало молнией. Не, ну меня не надо, но она прям сзади была, вот реально прям сзади. Вот. Где-то, наверное, метр от меня. Вот реально, если бы это запечатлела бы камера и во время стрима, что вполне возможно было бы. Блин, это был бы клип, наверное, года на Good Game. Да, скорее всего. Она как-то так ударила в пол и разрядилась об компьютер, что даже комп экран погас на время 5 секунд. Ну, жестко было, конечно. За 20 лет, что я тут живу, такого еще не было. Это был Буба. Не появляется нифига в серверах. А этот сейчас будет, он пока создается. А, я понял. Шататься на стриме от молнии. Да мой хитрый план с микрофонами на сосках просто нечто. Но, тем не менее. Почему? Микрофоны на сосках — это сильно. Не, ну твой план еще может сработать, но этот план с молнией не сработал, как ты видишь. Так, вот, в общем, игра началась. Погнали. А, ну, в принципе, нормально. Вот, появился у меня этот самый сервер. Все, заходи, кто-то у меня пока создается. Так, наша задача какая, ребята? Выжить, да? То, что нам нужно удержать дом, нам нужно собирать припасы в дом. Один, допустим, собирает, другой отстреливает дом. Ты, как-то короче, так. Собираешь, а я бегаю и помираю. Да, как обычно. Баг будет у нас, наверное. Ты не был на том стриме? Не, а что там? А, ты... Ты, походу, новый микрофон, что ли, купил? Это ты решил его к соскам приделать? Надо бы глянуть, что там у тебя было на стриме. Так, ребятки, наше выживание начинается. Играют профессионалы. Так что не будет, я думаю, буфов много. Да, да, да. Ну, я тебе гарантирую много буфов. С моей стороны. Ну, если будет с твоей стороны, то я боюсь... Я один ох ты, справлюсь. Блин. Я куплю себе на день рождения. А чё я летаю по воздуху, я ничего не пойму. А как нормально? Не знаю, чё ты так летаешь по воздуху. А, вот. Я куплю себе на день рождения. Я за тобой, короче, после, я появился. Окей. В комнате с кучей патронов сложился. Окей, микрофон пятичку и в комплекте 2 область микро. Только один член, сам там только собираем донатом на скайс, а вы стрим выпьем, у меня микрофон на скайс. Понятно. А ты у нас тут еще и расшуга, а, над зомби, а? Ты ж какой? Решил, короче, это, да? Сделать. С микрофонами на сосках. Ну, я бы на это посмотрел, на самом деле. Я бы на это посмотрел. Чего нет, да? Да. Так, нашел сварку.
Сейчас я через минуту подойду, погоди. Так, мне надо минуту продержаться. Так, я же все забыл, к херам собачьим, тут что как было. А, да, вот оружие. Так. I got one magazine left. Ну, эту карту мы хорошо знаем, так что проблем не будет. Так, жрут зону, товарищи зомби, заражают зону. Надо идти на главную базу и, короче, зачищать от всякой нечисти. Правда, забайтить на донаты никого не получилось. Ну а как ты хотел? У тебя просто нету этих такого, ну ты понял. Одних сосочков мало, как говорится. Нужно больше, чем просто сосочки. Так, где эти проклятые зомби? Я их сейчас всех отфлекшу. Так, вот они, подонки. Так, наша задача, главное еще экономить патроны, но это не про меня на данный момент. I got one magazine left. Так, Джипома там жрут. Джипом, походу, не ушел в безопасное место. Ой-ой-ой, все, минус Джипом. Ой, ёб твою мать, Джипом ожил. Ну нахер. Джипом, тебя там сожрали, и ты ожил. Да, естественно, сожрали. Я бы удивился, если бы я был живой. Больше... Чё-то вы ползуны. Да, больше у кошки 6, у собаки 8, и мучить животных ради 7 минут на хайп это не выполняю. Согласен. Так, у нас... This is my last round. У нас last round. Last round и 14 bullets. Так, надо как-то... Ублюдки повсюду, надо как-то обхитрить. Они все заполнены. Выпиливай всех, всех выпиливай. Ты дома, Джипом? Тогда я пойду там погуляю, поищу что-нибудь. А, нет. Не, я мертвый, я не играю. А-а-а, ты мертвый же, ёлки-палки, я все не был. Ну ладно, время тогда принимать крутые решения. Чё-то до хера патронов как-то. Ну хорошо. Я вот помню, мы, ну да, хорошо, но вообще я помню, когда мы играли, ничего не было. Тут как бы собирать-то ничего особо не надо. Да, эта карта легкая на самом деле, тут ничего такого нет трудного. Так, давай, остановись. Сейчас мы их приманим. Сегодня будет готика, да? Да, сегодня, кстати... За Гомеза! Сегодня, кстати, да, ребята, готика 2 будет по 6 вечера. I got 7 loads remaining. Чем я тоже Steam закупился? Вообще ничем, если честно. Одну, может, там мелкую покупку сделал. Я пару игрушек тебе купил, и все. Тупо денег не было закупать. Неожиданная была распродажа. Да, мы просто не ожидали эту распродажу, на самом деле. И как-то она вообще... I got 7 loads remaining. Из будуна появилась. Все, Джипом, сейчас ты оживешь. Как Ленин. I got 6 loads left. В мавзолее. Как хорошо это строчит-то, а? I got 5 loads left. Кстати, Серега, смотрел фильм «Ночь живых мертвецов»? «Ночь живых мертвецов» нет, я не смотрел, по-моему. 96-го, кажется, года. Ну вот, вот эта карта оттуда взята. Хороший фильм, кстати. Можно было, в принципе, вполне на стриме посмотреть. Мы посмотрим. Не хуже того же «Рассвета мертвецов». Посмотрим, посмотрим. Надо будет посмотреть обязательно. Так, я пока это все добро сюда скину, чуть таскать. Я же у нас профессионал. У меня холодное оружие нужно, где его, блин, найти? Так, а у меня дома даже не книга есть, на жирнице. Не знал даже, что книга такая. Фанат, так сказать. Книги хоть и были, а игр не было. Тоже взял только упаза 108 боек мезу. Вот, хотя бы так, а то я вообще, по-моему, ничего не закупил. Одну, может, там мелочку какую-то купил, и ты уже не помню.
Сейчас еще вот эта гонка там в стиме вот это идет, как это называется, не помню. А, я на этой гонке, кстати, уровни нафармил до 61 уровня. А я видел, да, я тоже, кстати, успел нафармить. Очень, кстати, полезная метода фарма. Фанат, но книга похожа кур на бате еще 80-х. Ого. Чё это? Ну да, оригинал этого фильма вышел там в 60-х годах. В 96-м вот ремейк выпустили. Так, Джипом, я пока этот схожу за открою там сарайчик. Ага. А я буду лопатой по кабинам. Лопатой в флексе их тут всех. Да. Так, перезаряжусь и выкидываю. That was my last magazine. Все, пошел, короче, открывать сарай. Don't lose it, over. А где этот сарай, куда он делся? Сарай здесь. Сарайчик наш, сарай. А кто-нибудь, кстати, смотрит? Не павнятся за спиной. Ого-го-го-го, мне тут ползун за задницу. О, тяпнул. Пистолет угол с военного. Видишь, как везет тебе. Так, аптечка. О, как говорил наш... Пистолет пустой выпал, зашибись. Как говорил наш Evil Rock, моя Бетти, я нашел Бетти. Так, ну пустой это обычное дело тут на самом деле. Ничего такого новенького в этом плане нету. Куча а, блин, молотков. Кто меня цапнул? Кого-то привлек же, помню, кто-то цапнул. Да не, меня кто-то цапнул, я хочу ударил зомбя, он отлетел, а потом меня кто-то цапнул. Ого-го, какой у нас Буба, смотри, красненький. Привет, Буба, ты у нас красненький. А, это я, наверное, намутил, скорее всего, в чате. Депутат опа. Намутил, да, в чате. Опа, внезапно, походу, рак на горе, свист на стену, все. Да, ты, кстати, этот, присоединяйся, мы только рады будем. О, них тут много. Ну что, мы им устроим барбекю, рандеву. Рандеву с незнакомкой. Вот. Именно так. Была на PlayStation 1 такая игра. Помню. Да, и не только такая. Ух ты, подкрался. А их, короче, полно тут уже. Они отовсюду идут. А мы их сейчас всех уложим. Че, это проблема, что стрим по рандеву с незнакомкой. Ого, ты захотел стрим... Рандеву с незнакомкой. Я помню, у меня вообще какая-то игра была на PlayStation 1. Я не помню, как она называлась, но там ну, натуральная порнуха была. Да? Да? Ну почти как бы. Прям, там таких прямо уж совсем откровенных сцен не было, но голые бабы и все. Понятно. Я так охренел, когда я увидел, блин. А ты а ссылочку знаешь? Нет, друг я спрашивает. Я даже не помню. Как она называется. Блин, ну было бы круто на самом деле знать. Ну, насколько я помню, рандеву с незнакомкой тоже такая. Была одна игра, помнишь, я, наверное, рассказывал Чесси, что ли, подружка Чесси, как там называется. PlayStation 1 была игра. А, ну да. Да, я в нее играл, помню. Блин, ну это было, конечно, удивительно. Опыт игры на PlayStation, так, ибо такого я еще не пробовал играть. А вообще, конечно, игра действительно такая, знаете, прикольная. Так, что бы еще взять? Аптечку. Так, лучше еще Бетти. Бетти шметти. Тебя, блин. Вот так. О, Джипом уже пошел утаскивать. Блин, я застрял с этим чертовым ящиком. Застрял Джипомчик, ладно. Так, я пока канистру беру. А вот сюда влево можешь его поставить. Да блин, он проход загораживает, капец. Не видай черта. Блин. Так, ставим сюда. Окей. Так.
какая-то кнопка, как будто или реагирует. Что, мышка, видать, уже отживает свой век. Так, а, я же бензопилу принес. Так. А, эти улыбки уже тут. Ах ты ж, кто это такой? Назвал уже Ленин. Ох, блин, я короче не. Так. Отлично, Курни пока работа не привалила. Курни. Хорошенечко за нас всех. Затяжечкой так. That was my last magazine. Так. Затяжку за бунт, затяжку за депутата, затяжку. Вот. Тройной такую затяжечку. О, как их тут много, а? У меня тут два близнеца негра. Ты знаешь, что с ними делать, бегает. Ой-о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 й
Как меня укусил, блин. Three loads remaining. Two loads remaining. Так. One load remaining. Сколько тут куретит еще? Пырышков. One load remaining. Это все флексишь, типа, да? Ухуди, а. О, что там? Я сдох. Ой, блин, а я заражен. Да вот на дипломчик идет за мной. Ой-ой-ой, сапфай. I got no loads remaining. Все, я за сапфаем. Сопли, сопли летят. Надо брать. Ёпки-палки, зомби вшивый. Так, Джипом, ты в дом, я за соплями. Где тут еще? Там, там. Так, черт возьми, вообще в какую-то сторону пошел. Вон там этот чертово поле кукурузы. Ох, там жутко, вот хорошо так. Так. О, нормально тут пролетело. Очень нормально так прилетело. Так. Перезарядиться. I got 5 mags left. Тащить как можно больше. I got 4 mags left. Дурацкие бегуны, надеюсь, не появятся.
Столько этих кольтов валяется. Мама, не горюй. Щит, у меня же места нету. I've got 8 mags remaining. Regain control of the situation, survivors. Zone A is being overrun. Over. Так, я утащу максимум. Джипом, твоя очередь теперь. Там еще столько добра вкусного осталось. Так, я в домике. Можешь идти за саплаем. А я так этот... Учишу. I got 7 mags remaining. I got 1 magazine left. I got 7 mags remaining. I've got 6 mags remaining. I got 5 mags left. I got 1 magazine left. Антидот бы, конечно, не помешал. Да ладно. Походу вебка опять отключилась, ну да хер с ней. Что она постоянно отключается, вот это я вот не могу понять прикола. Это мистика прям. Так, таблетки. А, джипомчик сажали, что ли? I got one magazine left. That was my last magazine! А, ты его удалил, что ли? Окей. Ну, время до 5 есть, как бы, да? Так что... Может спокойно пока восстанавливать. Если кто еще желает, можете присоединиться. Я его не удалил, у меня диск сгорел. Нифига, что у тебя там опять случилось? А почему диск сгорел? Six shots. Нет, губы там какие-то. Ужасы ночи происходят. Так, доски я выкину, еще их таскать. Так, пойду тогда за саплаем. Там, надеюсь, он еще остался. На это надеюсь, конечно. I got 5 mags left. Нет, гад, исчез. Блин, там столько добра еще было. Ух ты ж, блин. Что-то в бегун. I got 5 mags left. Так. Ладно, Джипон. I got 4 mags left. Время заколачивать. Так. Топ. I got 4 mags left.
Вон там... Прикрой мою задницу, а то меня сейчас тут сожрут. Падай меня. Нехило так погрузили. Three mags left. Ох, 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 ох. Так, надо подхилиться. I got two magazines left. А, Джапом уже откинул копытца. Да и нужно он особо уже, ибо что наши дни только по стримам бы оттуда вытащить, чтобы не успел залить. Но надеюсь, что не все потеряно в этом плане. Так, ублюдки все идут и идут. I got one magazine left. Так. That was my last magazine. Зону захватывается. Так, время поджигать. Да, блин, патроны чертовы. I'm out of ammo. Так, ладно, без лука. I got 10 loads left. Оу! Блин, зону жрут, падают. I got 10 loads left. Надо зачистить. Pretty well stocked on loads. Заражён, блин. Грёбаный зомби. I got plenty of loads here. Понятно, короче, задавленная жертва. I got plenty of самая here. Дебильная неподходящая ситуация. Так, ну надо тогда пересоздать. Так, что там, вебка моя вообще, короче, ку-ку, как я понял. Я мою переподключу. Вебку снова желаю, но почему-то она у меня не выводится. Че за херня? Либо работает, но либо если не видно. Hi, Viz. Welcome. Так, деактивировать настройки видео. Блин, что-то она мне не видится, что ли? Как... А, она, наверное, видится, но я понял. Если так. Не знаю, что-то непонятно. Ладно, хер с этой вебкой. Так, креатив сервер. NotLD, Ранзак. Так, может быть, что-нибудь полегче взять. Бродвелк, что ли, взять. Кстати, Вова, можешь присоединяться, если хочешь. Так, у меня, по-моему, открытый сервер получился. Блин. Надо пересоздать. А ну-ка.
Наконец-то. Чтобы снова сделать. Вот так. Так. Такая игра подзависла чуть-чуть. Закрыть что ли ее пока? Ладно, закрою пока игру, походу нам перезайти. Бигбуба. Халю тебе на Твиче. Так, сейчас, ребятки, моменту. Уно моменту. Мне My game is crushed. Так. Давай, закрывайся. Вот отлично. Игра прям тупит по-страшному. Так, креатив сервер, Broadway. Создаю. Чё там, Бубас, насколько она у тебя уже установилась, игрушка? Лагать стало, что-то не пойму. Так. Бук, кстати, пока можешь к нам в Дискорд зайти, если хочешь, на основной канал наш.
Так, ну, короче, ждем, пока он создаст, я не знаю, что он как-то тупит. Я уже больше половины, я скорость ограничу, чтобы быстрее не лагал. Так, создалось. Создалось. А, это та интересная стадия, я вспомнил. Джеком, подключайся. Дискорде не слышишь? Че за хрень? Че там стало еще дискорд опять? Так, сейчас я переподключусь. Да, что-то не слышно дискорда почему-то. А, вот сейчас. Вот, сейчас я слышу. О, oh, hello everyone and welcome not to my channel. А я тоже тебя слышу, будто ты из подзорной трубы говоришь, но это лучше, чем ничего не слышать. Да, есть такое дело. Ну что, заходите тогда в игру, Бум, заходи. Ага, все, в общем, там мы всем, по идее, слышно. Ну, у меня игра еще не поставилась до конца, потому что, как я и сказал, скорость игры... Чё такое? Я не могу понять. Фризит знатно прям. А ты настройки некоторые поменяй, и не будет у тебя. А, фризит. Здесь, наверное, вода, блин, поэтому она и фризит. Ну да, да, вода. Отключи от рода. Жди счастья. I got 4 mags left. Сейчас, option. Ты да. Поставь все настройки на среднее, отражение, воду, там вот эту всю шнягу просто отключи, да и все, и будет тебе счастье. Да, оно все отключено как раз таки. Тут нет, отражение воды простые. На стриме, кстати, слышно нормально, Серега. Не знаю, у него там другой микрофон. Два микрофона, это как эти ASMR-стримеры, которые ставят два микрофона. У тебя вон шейдеры стоят высокие. Поставь их средние. Да вообще все там на среднее, поле зрения слегка чуть-чуть уменьши. Многоядерный рендеринг наоборот включи. Я не знаю, зачем ты его отключил. Это по сути как будто сейчас одно ядро у тебя работает, наверное, в игре. А High Dynamic Range тоже можешь там поставить проще. Да и все. Что-то у меня какие-то пишут проблема с подключением. Да, это у меня опять игра, блин, подзавис этих настроек. Если у меня игра, это когда настройки, допустим, все на минимуме или наоборот, все на высокий наболтать, она на секунду, когда сервер созданный там или на две вот так замирает, на секунду наверное. Да? То, что она у тебя замерла на пару секунд, это не новость. Это вполне себе. К сожалению, да. У меня Че? У меня аутлук из-за твоего стрима за нифига себе. Че это такая за магия? Ну тебя заразителен, видать. Блин, надо ты, короче. А вообще это все Буба виноват, ё-моё, и ОБС. Да, вечная проблема Google DS. Не, так хер пойми, что-то такое. Ну, и вообще ты как-то странноватый захват игры сделал. А по-другому не захватывает оно у меня. Ну вообще оно полноэкранное в окне, можно было режим поставить и сделать тип захвата не оконный, а игра, и поставить, выбрать окно Номура и все. И там и чатик был бы, и игра, ну да ладно, черт.
А, сейчас все нормально. Все, можете заходить. Ну так я же тебе говорил, что нужно шейдеры, шмейдеры, там вот эту хрень тебе убавить. А, ну и плюс ты многоядерный рендеринг же отключил у себя, хотя это как бы... Иди сюда, наоборот, нужно. Ну, как у Джипу, но с огнетушителем. Сейчас я ему ракетку засуну. В общем, я хотел сделать объявление, которое тебе в чате написал, но ты его проигнорировал, поэтому надо его озвучить. Да я его не проигнорировал, я его, блин, не увидел. Тут, блин, чат плывет с этих брюков. Поэтому я озвучу, пожалуй. Да. В общем, я тут думаю в Стиме прикупить одну стратегию под названием «Расцвет нации», ну или на английском «Rise of Nation», вот. Игра, так сказать, юности. И в чем ее особенность? Так это в том, что там Microsoft ее финансировали разработку, и там затронуты в игре практически, даже не практически, я бы сказал, а по сути все эпохи развития человечества. То бишь, можно начать в кочевничестве, там, бегать с палками, да, бросаться камнями, и закончить уже в современности пускать эти ядерные ракеты и танки строить, как говорится. Да. Ну и плюс там есть эти все чудеса света, практически такие, как бы основные, значимые, которые там дают разные бонусы. Вот. Ну и вот, собственно, я увидел, продается за 100 с небольшим рублей одна копия, или за 260 там 4 копии. Вот. Я вот прикинул, что можно купить 4 копии, и 2 человека, по сути, вообще на халяву получат. Вот. А третий, если захочет, там, может, сделает какой-нибудь мне небольшой подарочек. Вот. Ну и четвертая копия получается мне. И вот можно... Подарочек в виде внеочередного стрима. Подарочек это же про меня, я уже сразу понял. Не, ну это так сказать, добровольно, если захочется. Вот. Но я вообще хотел просто узнать, кто бы желал, так сказать, сыграть в довольно такую данную простую игру, по сути, вот. Строишь так же там, может, казармы, там поле с пшеницей, еще что-нибудь, там юнитов, кораблики и территории, как бы там. Ну, захват, я бы мог сыграть, в принципе, но только навряд ли я стрим буду по ней пилить. Ну это уж стрим, это уже нет, отдельная история. Стрим ты запилишь по этому подарочку. Там в сентябре как раз новый жопоразрывный мод. А, я слышал, да, там. Уже не помню. У меня уже нету там желания даже жопоразрывные моды стримить. Только если... Чёртовы дети-негры, блин. Только если он будет на нормальном... Как это толерант? Депутат убивает ребёнка-негра из регистрации. Вот-вот. Спасибо, это точно Rise of Nation или всё-таки Empire of Earth? Rise of Nation, так как Empire нету в Steam, я специально посмотрел, хотя Empire... То, что назвал Net Zombie, она тоже игрушка крутая была в свое время. Особенно вторая часть. Там прям и графика была на свое время. Круто выглядела. И как бы эффекты там снега были шикарные, там снежные бури, дожди. Вот так же там было несколько эпох, куча юнитов, там фракций и прочих фигни. Вот. Но если сравнить Rise of Nation и Empire Earth, второй, да, то я бы, наверное, все-таки отдал предпочтение Rise of Nation, потому что в нем все-таки более масштабная, там, так сказать, проработка. Все-таки в нем эпох очень много, каждая проработана. Куча всяких там юнитов, улучшений, чудес света и прочей мишуры. Хотя не спорю, что в Empire Earth втором там графика и эффекты просто шикарно выглядят. И до своего времени это была вообще шикарная стратежка, которую почему-то все забыли в нашей. Ну, в общем, я как понял, наш депутат, а может даже и Нет Зомбич, тем более, если ему достанется на халяву копия, он не против сыграть в Rise of Nation. Да я только за, как бы. Я, как говорит наш товарищ Evil Rock, я за любую хивишку на голодовке. Так что ну, я отлично. За.
тогда можно брать мне 4 копии, и там, соответственно, с Депутатовичем договорились, вот, а остальные получат на халяву, по сути. Главное, чтобы желали сыграть. Ну, Депутат, как бог тактики, не сможет отказаться. Конечно. На халяву и хлорка творог. Да-да-да-да-да, вот зомби правильно сказал. На халяву и творог, на халяву и хлорка творог. Так что надо брать халяву. Оплатный творог хлорк. Не, ну депутат, скорее всего, все-таки это будет рад и захочет какой-нибудь там 1-2 мини-стримчика, не по этой игре, а по какой-нибудь другой провести, сказать, в знак, так сказать, радости и благодарности за подарок. Вот хитрюга, а. Где вообще стримы по онлайну в Tekken? Тебе Tekken купили, а ты как-то... Tekken я бы постримил, ребята. А его смущает, что он весит 70 гигов. Да, он весит до хера. Качать лень. Мне вот тоже что-то лень качать стало. В принципе, да, мне тоже его лень качать было. Ну, не, блин. Не, ну можно, в принципе, если у меня ноут позволит. Да у тебя, возможно, и этот комп, хотя не знаю, что этого компа, но ноут позволит точно. Да там же это шпайкер, там нет такого больших арен, я думаю. Главное эти, отражения, там, в воде и прочих вещах. Шейдеры. Отключите там все. И будьте счастливы. Ну тогда посмотрим. Так что, Нед Зомбич, ты хочешь тоже зарубиться в Rise of Nations с нами? Кстати, для таких людей вроде Анимушвили, я специально скажу, что кто боится там друг против друга там как-то меситься или что-то делать, хотя в этой игре можно прям объявлять и союзы по ходу игры, и выиграть там научной победой, ну там разные способы есть, это отчасти как цивилизация, как тут это стратегия в реальном времени. Вот. Есть, естественно, и компухтерные боты, и можно и против них позабавиться, тем более там как бы удовольствие будешь получать даже не сколько от войны или еще чего-то, да, от развития своей там нации, что ты выбрал, от кочевничества и до наших дней, и как чего там территории поделить и так далее. В общем, есть где развернуться, кто чудеса света какие быстрее построит. Понятно, понятно. Зажали, блин! О, в общем, отлично. Нед Зомбич тоже не против, значит, его можно тоже записать третьим, когда будем собираться. Так, я один на пять остался. Да. Да, блин, я уперся затылком в эту палку чёртову. Вот, рекламирую за Нета Зомбича, что у него сегодня также будет стрим вечером. Ну, мы с ним будем в чате просто играть на TeamKids. Без проблем. Если что, сообщим. Так, ну в общем, я тогда пока игра уже почти доустановилась. Я сейчас пока сделаю покупку в Steam-чике. Да, внезапная распродажа. И вообще, насколько я интересно. Кто четвертым нарисуется? Сейчас скажем, мне просто рука не очень нравится. А, да вообще не проблем. Каждому свое. Главное, что не очень, а не, не, как говорится, главное, что не очень, а не в том смысле, что очень не нравится. Куба найдет, как смягчить ситуацию. Не, ну это разные вещи. Или очень не нравится, или не очень нравится. Вот Анимуш, например, очень не нравится Front Mission 3. Да и вообще, все, что с ним связано. Да, триггер. Ну да, каждый свой вкус. Каждый свой вкус. И говорят, каждый тушит на что, что хочет. Тушит? Тушит. Флексит. Да, каждый. Да, я думал, ты скажешь флексит. Флексит. Так, что это у нас такое вкусненькое? Там труп.
там. Тед Зомбич любит угарный боевик, как в Авточе, а в Румке медленный триллер. Ну, знаешь, и в Румке можно устроить бешеный боевик, охоту на депутата с френдли фаером и кучей оружия, гранат и взрывчатки, и вот устроишь боевик. Надо придумать режим такой на карте, охота на депутата. Две команды, депутат и все остальные. Бедный депутат, все его хотят пришить. Ну, блин, такова жизнь депутата всех. Не нравится депутат народа. Конечно. Особенно если он тогда вообще шансов. Самое конченное оружие ж дают. А, о, топорик! Нахер тогда лопата поставил. Да не, ну в таком низком проходе, как такая толпа. С не самым лучшим оружием. Там еще и бегуны, блин. Что ты там за пароль ставил? 15. И к чему ты 15 поставил? Что за новость? Это просто балды. Продолжение жаба приключения ожидаешь? Жаба приключений, конечно. От Джановича. Только так будет. Ну, может, сегодняшние похождения во имя Гомеза, так сказать, вдохновят на новые приключения жабинские? Я надеюсь. Как не вдохновить? Гомез, за Гомез. Депутат умер. Ну ладно. Теперь тащишь. А беру его труп. 40 хп, короче, помощи. 40 хп. Как он меня достал? Воу! Сраный бегун, или как говорит депутат, олимпиец. Олимпиец, тот еще. Так. Губы с нами. Один. А, вот ступай. Only have one left. Где топорик? Блин, тут же топорик валялся. Топорик лучше.
Топорик там я выкину, если что. Бери, не жалко. I got 5 mags left. А блин, ну. Вот такие моменты, конечно, будут. В любой игре. Боком меня как-то цапнуть умудрился, я не знаю. Вообще в стороне стоял где-то. I got 4 mags left. 3 mags left. На этой карте сидят вчера. I got 2 magazines left. Жесть. I got one magazine left. Проверка депутата. That was my last magazine. Идите уже сдох. Быстро. Да, задави. Сложная эта карта. Сейчас затащу. Так. Это маячок. Down to 5 shots. Профессор Катком последует. Конечно. Я же мастер. Мастер по мастер. Профи. Что тут сказать? Ищу как никогда. Так, у нас патрончики где-то должны быть. Shots remaining. Маленькая бич. Зачем ты тут так возишься? Уже пробежал до магазина, да и там все равно добра будет полно. Должен показать себя. Ты скорее не профи, а пра. Про профи. I only have 6 rounds. Даже дети нападают на них. These are my last two shots. Хотя у них еще нет права голоса. И не будет уже. Сказал депутат, да. Ну ты злой, однако. Ты же своих потенциальных избирателей убиваешь. Нет, жизнь такая. А, ну правильно вообще-то. Не надо давать им шанса проголосовать против. Конечно. Видишь, все как просто. О, блин, дети, идите сюда. Надо яркости прибавить. Темно, что ли, так? Ну, воу. У меня же настройки все забито. Тач, блин, чертовы пустые пушки. Да, арбуз тут. I'm down to two rounds! Арбуз работает. Да блин.
Сквозь арбуз зацепил, гад. Ух ты, арбуза не... Ой, изгад, арбуз мой разбил, а. Прямо по арбузу получил. А куда тут вообще идти надо? Ещё раз. О! А где депутат пропал? Депутат тут. Сколько там? Ну, самовра. Черт. Дипом хитил. Я тут спрятался, тут меня никто не достанет, кроме депутата. А тут нет ничего, что тут, собственно. Есть. Ах ты ж, блин. Темно, без фонарика лезть туда. Сейчас как упаду. Last shot and then I'm out. Двух слов с одним патроном. Это стоило того однозначно. Да, карта темная, конечно. I got 7 mags remaining. А, блин. Жипом на, держи. Чё? Аптечка. Сейчас помрёшь. Самое главное, в конце раном за ленты забить. Сколько ей надо ударить? I've got 6 mags remaining. И вот это... Куда, в чем я застрял сейчас? Депутат убивает своих даже, молодец. Как своих так же? По башке стукнул, да и все. Тут же нет френдли файла. Да, но выглядело, как будто ты его по башке стукнул и забрил. Я так все убил. Депутат суров, он может убивать своих даже без френдли файла. Вот, через скайп. Точно. One love remaining! Взглядом. Ага. Ой, сколько добра, ой, сколько добра, ой, сколько добра. Фига их там сколько. Ой, блядь, это зря. О, вы бегунов наплодили, нифига. Они когда горят, я заметил, бежать начинают частенько. I got 7 loads remaining. I got 6 loads left. I got 5 mags left.
I got 4 mags left. Ну не кидай только не стучи, ты с ней выбежишься. 3 mags left. I got 2 magazines left. I got 1 magazine left. That was my last magazine. Серега умер в воздухе. Ложи. Сейчас жадность я сгубит, по-моему. Он же не депутат, избиратели его не хотят судить. Он еще будет. Ой, сколько добра! Нет, тут что, ящики можно открыть? Ой, сколько добра! Ой, сколько добра! Нахрен! Нахрен! Это... Тоже нахрен! О! Зато в море не будет. Сколько там? Ой, сколько добра! Так, осталось там за этой хренью сходить. Беги, беги, пока еще живой. Где лежит этот тентишка? Так она же внизу была должна быть. Забыл что ли уже? У тебя подвал нам, да, вниз. Ибо здесь не пройти. Мне кажется, или депутата снова не слышно. Алло. Меня слышно? А он нас слышит? Я слышу. Что он, интересно, на стриме сейчас? Говорит, что-то показывает или нет?
стой. Вебка отвалилась, наверное. Короче. Блин, хоть стрим открывай. Да я что? Точно завис. Посмотрим, что там такое. Что там за хрень творится. Меня слышно? Ребятки. Слышно меня? Вот, да, теперь слышно. Слушай, я несколько раз повторил, где лежит эта TNT-шка. Ты что-то ни слуху, ни духу. А я говорил, там между что-то походу врубается скайп. Дискорд. Скайп? Дискорд. Ой, блин. Может, мне тогда сервер создать? Да, давай создавай. Я не против. О, еще бы. Так, я сейчас тогда подойду. IP получше видно. А чего он отваливается-то? Раньше такого уровня не было. Вообще без понятия. Магия депутата. Я сегодня вообще первый раз, когда он отвалился, думаю, что за херня, что я его не слышу. Все, пароля не будет. Пускай все, кто хочет, тот и захватишь. Ну, тут школьников вроде не наблюдалось. Так, а пока депутат куда-то там отошел, сделаю-ка я покупку в Стиме. А ты не сделал еще? Нет. Распродажа застигла меня в момент, когда у меня нету денег, блин. Не ожидал я ее. Милорд, наши запасы истощились. Я ничего не могу вам послать. Люди покидают нас, милорд. Я вот вторую часть хотел взять. Надо будет кошелек пополнить, там 65 рублей что ли стоит. Депутат там обзорчик один написал. В игрушку наиграно 0 часов. Девять с половиной из 10. Отличная игра. Я верю этому обзору.
Да-да-да, очень объективно. Что там, ребят, что интересного? На резиденте решил потроллить, добавил 0,5 балла, зачем? Угу, да-да-да. Ты кто? Решил потроллить. Ну что там, коритесь, народ, чё у вас дело? Чё-то в Новом море, там какая-то загрузка поменялась или что-то ей, я не знаю. Картинка по-другому как-то выглядит, раньше, мне кажется, не так было. Так же вроде. Да нет, все так же. Или это я забыл уже. Все точно так же, куда я. Хер, может быть. Так. О, новых предметов в инвентаре, целых 3 штуки. Ты создал, да, было? О, а что это за карта такая? Так, создал. Карта, которая помучила депутатов в свое время. Хорошо. У меня много чего помучило. В свое время. Сидер. О! Чё это за дела, блин? Меня сразу валить какой-то хрен в плаще начал. Хрен в плаще. Это чё такое, блин? Чёрный плащ пришёл с тобой, да? Какой-то этот. Дверь выбил, побежал куда-то. Это мы не стараемся. Абсолют чики-брики. Да. Это чё, не мистер Икс? Во. Какой-то, блин, как бомж. Классно. Чё это вообще такое, вот я не знаю. Эх, блин. Ещё и бегуны сразу. Да, я понимаю теперь, почему эта карта депутата крови попила. Кстати, да чтоб, ох, нихера себе. Бубецкий, хотел спросить этот, какие вообще порекомендуешь хорошие? Дети сразу со старта. Хорошие наушники для ПК, чтоб не слишком дорогие, но в то же время нормальные по качеству были. Есть идеи какие-нибудь? Ну, Боба. Боба вообще живой там? Ребят, меня слышно? Что такое опять, не могу понять. А, меня не слышно. Блин, меня в сортире зажали. Так, сейчас. Так, меня слышно? Да, товарищ, я сейчас вам отправлю подарочек в стиме, вы его сейчас примите. Без проблем. Да, блин. Без проблем. Этот, Буба, я хотел тебя спросить, ты, наверное, не слышал, как его, ты можешь порекомендовать какие-нибудь наушники недорогие, но что же в то же время, чтобы были по качеству хорошие? Да, смогу я такое сделать. Да, чтоб у вас... Блин, что за дела? Я не будешь понял. Брать... Зомби чё, только меня бьют или что? Буду брать что? Ну, наушники. Ну, я думаю, да, купить новый на самом деле, уже там накопить и купить новый хороший такой. Да вон, бери как у Бубы. Как у Бубы? Чё у него за наушники? Да. А чё там тебе Буба за наушники? Там. Микрофон умный, шумоподавление. Слушай, а этот какого? Ну, мне без микрофона желательно. У меня как-то микрофон уже есть. Так а что тебе тогда рекомендовать? Ну, чисто наушники. Ну ладно, порекомендую какие-нибудь. Без микро. Да, без микро что-нибудь такое, ну, в пределах там, не знаю, 3-5 тысяч. Это недорогие, то есть ты их считаешь 5. Есть дороже просто. Я хочу просто купить такие, чтобы по качеству были неплохие, но в то же время. У меня есть подозрение, что за 5000 вообще любые наушники будут хорошие по качеству. Ну или за 3000, я не знаю. Просто у меня вот эти сейчас, которые на мне, они за 1500. А я вообще за косарь покупал. Ну вот я за 1500 брал в 2014. Нет, 15. А?
Я говорю, за полтора косаря брал 15-м, который на мне сейчас. Ага. Вот думаю, может Чё? Быть. Просто уже поменять надо, они-то работают, но просто уже все износились, грязные. Грязь это уже не вымыть никак. Изнасиловались? Да, изнасиловались. Поэтому не очень приятно их набивать, на самом деле. Ну, вам подарок. Ух ты ж, ёп! Иди, Джекон. Ну, в общем, заказчик, вы, смотрю, солидный. Найдем вам блатные уши за такую-то, в таком-то бюджете. Можно и довольно-таки хорошие найти. Я буду только сейчас. Я бы сказал, даже не просто хорошие. Они будут примерно, если по уровню звучания и качества, и вообще в целом, примерно будут что-то в районе 4 из 5 баллов. Нормально. Ну или 8 из 10. Да какого? Хера. Ты, кстати, проверь, я тебе подарочек отправил. Да, я сейчас проверю какой-то. Чуть попозже. У меня тут напряженный момент. Напряженный, да вся карта для тебя напряжен. Помнишь, как она тебе это? Сколько подарила веселых эмоций и воспоминаний? Никакой не надо быть. Так. Чётко. These are my last two shots! У меня тут дело... короче, надо отойти мне. Что я вас оставлю. Давай, Джекон, подходи, если что, мы тут. Если что, я еще да, подскочу. Вот тут разруха. Ну, разбирайся с ними. А, ну, спасибо, я уже понял. Походу, тут не придется. Я уже труп по-любому. Какой добрый у тебя этот товарищ. Ага. Лопаткой.
Так, моя карту взял. Ух, там пачка. О, я тоже даже там настигли. Так, надо собрать припасы. Я так долго не прожил тут. О, фраер жадный побежал, а? Знаешь, есть выражение одно про фраера жадного. Да, я часто его применяю кое-кому. Когда, интересно, уже они вторую часть выпустят? Да хрен. Или хотя бы там. Или хотя бы там бетку бы уже там. Как эту первую, они же за бредки ее выпустили. Мне кажется, еще годик надо ждать. Минимум. Все не больше. Но они ее уже давно делают. Ну сколько? Уже год как минимум. А не давай больше. Да даже может и больше. Вы опять личи не сажу. Если оружие порасшмаляли, там хрен просверлишь теперь. Все потеряно, я с вами. И это не к добру. Даже ты помер, это не к добру. Я еще живу. Ты уже знаешь, сколько раз помирал. Пока только два рубля. Наконец-то. Так, ну сверните, товарищ. Товарищ мой инсер. One magazine left. I got one magazine left. That was my last magazine. Thank you.
last magazine! Блин, аптечки тут нужны здесь? Полно. Есть. А, таблетки? А? Таблетки? Таблетки? Таблеточки не вижу. Я могу тебя полечить. Надо полечить. Знаю, это сильное лечение. Никакие таблетки, ничего не надо. Блин, таблетки нужны срочно. А чё, скоро у тебя вены там по всему? Уже ползут. Ну ты далеко не отходи. Я уже тут рядом. Ну поскорее бы таблетки, если уж помру. Короче, умираю. Есть песня, ай-яй-яй-яй-яй, убили негра в нашем случае, ай-яй-яй-яй-яй, убили депутата. Есть еще одна песня, называется ай-яй-яй-яй-яй, убили детского, замочили, ай-яй-яй-яй-яй, за что мы прошли, да, наш, вот, детский. О, а где ты помер? Забей, у меня ничего нет вкусного. Нашел Кручевский. Вон, так неси. Да. Да ты помер только что. Конечно. Дай где? К арсеналу, туда же ключи нужны. Армор, да, значит? Сейчас я открою заплек, что там. Это я знаю, ты умеешь. Вот армор. Чё там тебя сажали, что ли? I'm down to seven shots. Я же жал. I got one magazine left. I got one magazine left. Так, а где все добро, блин? Поищи, там есть. Не такой жадный. I got one magazine left. Что-то и добра это не осталось. Дай это тащить. Замечательно. I got one magazine left. Ну ладно. Вытащи эти баллоны. I got one magazine left. I got one magazine left. Ну
That was my last magazine. Вот, нашел. Кажется. Так, два есть. Я поставил. My magazine is more than half full. Зомби тоже, блин. На дрожжах какой-то раз. Так, ну. Я, конечно, точно не помню, где там оружейное, но поехали. This mag's almost full. I got one magazine left. Ну, я думал, ты там помрёшь. Не-не-не, какой там. А я-то думал, блин, шоу «Хлеб да зрелищ». Какой там? Блядь, живой, по-моему. Я полетит? Я сейчас так и подстоплю. Да. Находясь с пылесосом в одной комнате полной добра, радует только одно, что у пылесоса мешок не бездонный. Пылесос пылесосом, но я тут не один пылесос в любом случае. Almost a full mag. Раз собирать хочу, как говорится. Было бы с чего стрелять. Да. Down to four. Барчета нет. Дадут, может, двояка. Патроны вот это зря таскать. Дробовик пустой, как я понял уже, да? Да. Ну еще бы. Электричество вырубай. Где оно? Там у тебя где-то. А, я понял. One load remaining. Открыто. Будет закрыто. One load remaining.
Да, жаль, только у меня барча это нет, чтобы стрелять. Вообще, что-то оружие тут должно быть прилично, его ни хрена нет. У меня коктейль молотого есть. Кидаю. Fire in the hole! That was my last magazine! Кинул не там, где надо, блин. Да, сейчас разберемся. Темно как задница. I got no loads remaining. Открылось. Ой, блядь, в ловушке. Да я знаю, тут по-другому может никак. Два режимующие стены. Ну, без оружия тут делать нечего. Всего тут без оружия не пройдешь. Окей, somehow round. Черт. Все, и где это все оружие? Что за прикол? Так, мы еще живы. Это Wolf. Ну как? Ты ж там не пройдешь. Попробуем ничего. Все потеряно. Потеряно, потому что там у двери стоят, и она быстро закрывается. Так, ну попробуй, попробуй. Если бы барчета с вояки выпала или. Тогда. Ну убивай вояку, может выпадет. Если пойдет, может и гранат выпадет. Их отманить. Уже сделал. Сейчас буду взорвать. Так, подожди. Ты в норе не дарил. Ублюдки, мать их. Так, что дальше? Ух ты ж, ёлки. Ты уже вышел, что ли? Ага. Блять. О, вот это везение. Нашел UMP-шку. А у меня на нее 40 пуль. Там, ну все. Подохнул. Да ты чуешь? Пора. Помрешь сейчас во тьме. Во тьме начнем посвятить дня, как говорится. Вот это выкидываем, это берем. Нападет карась на тебя, как говорится. Слушай, не надо. Так, ладно, побежали. Темнота, ё. Беги, Форс, беги. Back,
Охренеть, темнота. Где я не вижу ни хрена. Попила нам крови последняя. Да нереально на темной карте играть днем. Это надо. Я и так накрутил яркость. Че, пробуем еще раз? Или другое? Я смотрю, что-нибудь светлое. Тут все темное, тут ничего светлого-то нет. Ну, блин, есть, скажем так, что-то более-менее. Что-то более-менее. Допустим. Фема. О, не, это плохая карта. Чего там опять? Плохая. Она виновата в бессонных ночах депутата. Да, тут эта игра вообще виновата во всех моих бессонных ночах. Или погоди, это, а, это другая. Ладно, хер ты с ним. Сейчас тяну эту игру играть днем. Такой себе, ее лучше под вечер. На самом деле. Рубить. Ну, смотришь. Ты что за... Ну, я имею в виду, что вечером в нее играть все-таки как-то поатмосфернее, чем днем. Хотя, кстати... А, я так понял, это... А, ну это светлая карта, это да. Вот там бы, если я ползуна развидел, тогда бы прошли карту. Но там было настолько темно, и плюс еще за окном светло, что только жалюзи опускай, чтобы темнота была. Черт возьми, снова темнота, канализация. Точно, надо жалюзи опускать. Еще бегуны. Все, нет бегунов. Throwing a grenade! Раз, нет. Тебя? Не, не меня, зомби. Слушай, а я думал тебя. Да ты только так и хочешь, чтобы меня там кто-нибудь загрыз. Да нет, я ж не садист. Ты-то нет. Я наоборот за тебя переживаю. I got one magazine left. Что-то бегаем без толку, блин. Тебе надо в канавку сейчас. Где так канава? Да и вообще. Где эта канава, черт ее, возьми, да? Вот. Fire in the hole! Ой, блядь, бегу.
наигрался, называется, гранаты. Все, что ли, не стало тебе? Кое-кто просто сказал, типа, вот и переживаешь, все, меня не грызло. Да откуда их столько тут берется, бегунов этих чёрт? Я не канал, я не могу понять, где это вообще. Там в люк на дороге прыгаешь. Люк на дороге прыгаешь. И всё. Чё это за место я показался, как-то дурацком. Заперты, что ли? Ларка, походу, нужна. Гениально, блин, рассказывали, чёрт не знаю где. А, блин, тут заколочен. Блин, с другой стороны. Чапл Чоппер. Чоппер. О, дробовик замечательный. Вот это цедило. Так, вот и пара. Скусали все, что можно. Тут еще плавчину сделаем. Любят они тебя? Меня-то не любят, блин. Такое ощущение, что я ловлю все удары, а ты там где-то бегаешь. Не жалеешь ты себя. А, так у тебя тут уже проход ко мне открыт. Да, есть такое дело. Что за геннон? Привет, визор. Мир мир in the hell. Вот что это. Дерьмо собачье. Дерьмо у меня там в жопах лечит, блин. Моего персонажа, блин. Потому что меня за задницу укусили, теперь у меня кровотечение. Неплохо. Неужели я выбрался? Чё там у кладбища? Ублюдки, мать их. Я боюсь, помру сейчас открою потек. А наконец-то бинтик. Hello, Revisor, and welcome not to my channel. Буба тут. Флексить. Жопка подобие до Тысант. О! Поверь мне, эта игра даст, как говорится, до Тысант тоже просраться нехило. Ну, вообще это немножко совсем разные игры, потому что Dead Island это дьяволоподобная игра про зомби с видом от первого лица, где ты всех валишь и шмотки все более, точнее не шмотки, а оружие все более лучшее тебе падает, и персонаж прокачивается, новые перки открываются. А это как бы выживастик от первого лица про зомби. Так что как бы эти две игры нельзя сравнивать. Ой, как хорошо, таблетки нашел. Уже почти я слеп. Блин, темно, как в жопе, блин. Фонарик. Готовится проходить мод второго резидента с ножом. Да, ты готовишься проходить? Да, мод резидент с ножом. Я к стриму тренироваться не буду, я чисто попробую вторую локацию за магазином, реально ли там пройти с ножичком, а дальше, если реально, или там, может, конкретно ту локацию с пистолетом, если там
Вот, а остальное все с ножом. Тут, а да, как бы, все будет в прямом эфире. Блин, я тут запер, тут нужно этот винтик крутить. Зря ты туда вообще полез. А куда мне теперь идти? Ибо какой смысл тренироваться там день и ночь? Интересно сразу все на голяк вживую, правильно? Ну да, ну твое дело, как бы, пробую, чё. Я как бы только за посмотреть и покомментировать. Похихидничать. Ты-то этим любишь заниматься на моих стримах? Да? Да. Что мне-то об этом не знать. Так. Чё-нибудь приделать тут не берусь. Помирает. Блин, какой помирает? Мне там такое добро. Со своим добром не расстанется. Может, придешь же этого? Открыть швентиль. Да там проще тебе свалить оттуда и наверх обратно залезть и через улицу пройти на кладбище. Я тебе всегда даю шанс отыграться на стрим-группу, когда его будет бомбить так же, как и тебя. А, по-любому так будет, по-любому. Я буду, конечно, в пределах разумного. В пределах разумного. Но если прям там совсем будет зрелище, то боюсь, нет бы слова нервных, да? Ну, навряд ли там дело дойдет до поливания всевозможными грязными словечками все живое. Да, ублюдки, мать их, ублюдки, подонки. Да не, это ты как-то слишком слаб. Мы-то слышали, как ты выразился. Не, я-то могу, да, там, пиксельное это, ага-га. Да это ты еще слабо. Я помню, как ты выражал. Ну было, да, дело. Ну, блин, как там не выражаться, ёлка. Эта игра просто берет тебя за оголенные нервы, и все. А дальше что хочешь делать, играется, лишь бы пройти. Ну, вообще, конечно, это садизм какой-то, на самом деле. Садизм? Ну, все, почему у тебя так случилось? Потому что кто-то ленту у Киндо не взял. Злочестно. Да, уж кто мог подумать. Она тебе всю жизнь испортила. Да я же не знал, что там автор в своей голове надумает. Вот, пожалуйста. И ты еще сохранялся там на один слот. Ну да. Так что... Ты еще жизнь себе сладкой сделал. Я вижу тот момент на трансляции, когда игра зависла после скидочки. А, ну да, есть еще и под зависанием мода, вылетание, ну короче, подохуй номер. Короче, был. Все понятно. Да, это было. На самом деле мы, возможно, выбрали тебе просто не тот ярлык. Ну, там, помнишь, было два файла на выбор. Ну. Вот. Возможно, нужно было брать тот второй, и тогда бы вылетов не было. Потому что те люди, что проходили этот мод, другие, на такой же сложности, как и ты, у них вылетов не было. Мне как бы будешь вылетать, если не знаю. Да, ну... Я же говорю, ярлык просто не тот. Там два же было на выбор. Так, ну вот уже биквик делать. Все, ты уже успел комнату вскрыть. Конечно. Профи, блин, мне обычно таблетки найти будет вообще шикарно. У меня есть. Давай. Ну, на выходе из супермаркета бросил. Дойду ли я до этого выхода? Ну-ка, вообще погибу. Дойду. Блять, два зомби. Не прогляди. Только не прогляди, они на полу валяются. По прямой. Суки, вот ставил в середину эти убитки зомби, у меня еще и кровотек пошел. Блять, от этой игры, по-моему, кровотек тут еще пойдет. Короче, меня убило. Ну это, собственно. А впрочем, ничего нового. А, вот я тебя вижу. Ты так и норовишь, да, меня застрелить? Да не, я просто видел, ты прыгаешь, я решил тебе, чтобы твои прыжки не были бессмысленными, как бы начать бег с препятствиями тебе. Знаете, вот пистолет, а то что-то без оружия. Что это за солдат чё, без оружия? Пистолет с одним патроном. С двумя патронами, понятно все. Ну, один там на всякий, а второй, чтобы. Один, если не добьешь одним патроном, да, и второй на про запас. Понятно.
been a delay. You need to hold out for another 5 minutes. We'll be there as soon as possible. Hold on tight. Тебя заперли. Ну я пошел, давай, короче, удачи. Ах, ты хрен какой. Там, гады. А то он тут подманил меня. Незваных что гостей. Это такое? Че это такое, не понял. Надо сверлить что-нибудь, что надо. Мусорсварщик. Эта игра на самом деле поможет реализовать мечты детства некоторых людей, стать сварщиком или плотником. Чудесная игра, много возможностей открывает. Ой. Да, как спалить хату, он открывает возможности. Этот. Кстати, всем, кто не знает, ты можешь рекламировать эту игру, говорят, что она бесплатная в Steam. Да я рассказывал, что-то пока никто не особо не спешит ее проходить. Ну, играть просто хотят, господи, чего ж там. Ну, посмотрим, время покажет, может, еще будет кто. Ты в начале или в конце стрима скажи, что проект бесплатный. Ну, уже это сказали, по идее. Некоторых людей может, как бы, отталкивать там необходимость покупки. Где зомби, уроды? Темные еще такие, нихера их не видно. Так, где там еще палить, там, сверлить? Что-то показывает, не знаю. Что-то хату надо спалить, что-то петь. Вроде уже. Слушай, неужели мало? А, о! О! Пошло дело. Пошло жара, как говорится. Ага, подожди, там еще что-то обозначено. Он, ну, ты не до конца там допилил, что ли? До конца, ты глянь там уже. Нужно просто окна открыть, чтобы лучше проветривалось. О. А, ну вот и вертушка. Красная этой ноте замечательно мы и закончим. Так, где эта вертушка? А, здесь же. Бегом! Где-то за чапа. Ты вроде полная, бежишь быстрее меня. Ах ты ж. Ёлки, я хотел под ноги. Это уже здесь, на веревке. Кровь течет, по-моему, за это. Протечка, блин. Ты маньяк, блин. Ты творишь, блин. В жопу выстрелил мне там, блин. Ну, я на самом деле хотел пострелять рядом с тобой. А тут, оказывается, за задницей прям полз тоже по веревке. Пострелять хотел. А, ладно, в общем, выхожу из игрушки. Да, знатно мы постримились сегодня, ребятки. Вот такая вот игрушка. Кто хочет поиграть с нами, она бесплатная в Steam. Там немного весит на самом деле. И требования у нее пойдет на любом калькуляторе. Да, так что не переживайте за ваш калькуль. Игра хорошая, очень хорошо, хорошими отзывами. Многие хвалят. Механика нормальная, хорошая. В общем, годный, ну, проект. По поводу механики. В общем, главное привыкнуть к механике, потому что новичкам некоторым может показаться сложным механика боя холодным оружием, вот. Ну и плюс может не понравиться, что нет прицела, нужно целиться либо правой кнопкой мыши, либо просто как бы навскидку стрелять, вот. Ну, самое главное, на что все новички жалуются, это на проблему для них бой холодным оружием, потому что тут нужно уже мышечную память иметь, помнить примерно расстояние, с которого каждое оружие там достает до зомби, ибо не показано, как бы, да, и вид из глаз, и у новичков могут быть проблемы. Да, ребята, так что учтите этот момент и будьте наготове. А так, в общем,
кому нравятся коопные бродилки в зомби тематике, причем темп у игры такой неспешный, медленный, и сложность на разных уровнях разная, да, выживастик такой вот, тем в компании явно, ну, скорее всего, понравится. Ну, и я бы сказал так, еще эта игра понравится с высокой долей вероятности любителям фильмов классических про оживших мертвецов и, собственно, любителям классических резидентов про медленных зомби. Тоже понравится, скорее всего. Вот так вот, ребята, вы услышали мнение профессионала нашего. И делайте выводы, как говорится. Играйте в игры и будьте счастливы. Ну и самое главное, она не стоит денег. И зайдете, попробуете. Да, и бесит мало. Вот, бежите ваши кошелечки, денежки, так что. А депутат, если это захотите, чем больше вас, тем депутат будет более счастлив сыграть со всеми. Да. Он вас, как полковник Бартон, научит всему. Скорее всего, как этот как полковник этот Андерсон из мультика «Жизнь Суи». Ну да. Типа, так, я не понял, где мои патроны? Что-то типа того. Да-да, будет вас доить, как коров, все забирать, бегать полным мешком и кричать, ну там помощь не нужна, и бежать мимо. Да, все будет, ребята, так что будем рады новым игрокам, да и просто будем. Ладно, всем спасибо, готика у нас пол шестого, где-то через час с копейками, так что, ребята, увидимся, до скорого, пока-пока. Goodbye, my friends, and thanks for watching, everyone.